Для детей и подростков наклейки, для взрослых информационные открытки. Разобраться в поправках основного закона российского государства ульяновцам помогают волонтеры Конституции. В областном центре работает 15 информационных точек, где добровольцы рассказывают жителям региона, как, где и за что голосовать. Информируют волонтеры Конституции и население каждого муниципалитета. Для того, чтобы волонтеры Конституции донесли всю необходимую информацию, полную информацию до жителей, мы организовали для них обучение. Обучение состояло из двух этапов. Первый этап обучения был заочным. Они прошли тестирование на федеральном сайте. После волонтеров уже на очном этапе консультировали преподаватели юридических факультетов и эксперты. Всего обучение в Ульяновской области прошли 1700 человек. Так как я являюсь гражданином Российской Федерации, поправки в Конституцию для меня очень важны. Также в день голосования я приду в избирательный участок, и вот сейчас я являюсь волонтером. Работают волонтеры Конституции по 3 часа в 2 смены. Каждый из них обеспечен средствами индивидуальной защиты. Все у девочек спросил, они мне подсказали, вот тут ресурсы написаны, где можно найти всю информацию. Так что будем голосовать. Волонтерам спасибо за помощь. Я уже прочитала все поправки. Знать, естественно, нужно, и людям, которые живут в этой стране, должны обязательно прочитать и уделить этому время. Они даже не просто послушать новости, что говорят, а самим ознакомиться. Проголосовать за или против поправок в Конституцию можно с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы избежать массовых скоплений людей на участках в связи с пандемией. Отдать голос можно, не выходя из дома. Второй способ – выбрать удобный для себя участок через портал госуслуги. Или же прийти на избирательный участок по месту жительства. В единый день голосования избирательные пункты будут дезинфицировать с определенной периодичностью, а каждый гражданин получит индивидуальную ручку, маску и перчатки. Рената Льулова, Александр Кудряшов, Новости Ул-Правды ТВ.